Привет-привет! Сегодня я вам хочу показать вот такой небольшой альбом. Когда-то я уже делала похожий альбом из этого же набора бумаги и даже с почти точно такими же конструкциями. Однако все свои альбомы я украшаю по-разному, поэтому они никогда не повторяются. Давайте вам покажу его поподробнее. Обтянула я его хлопком, украсила бумагой, гипсовыми рамочками, бумажными цветами, шифоновыми, чипбордами и добавила вот такие вот уголки из филиграни. Завязывается альбом на хлопковое кружево. Первая страничка выглядит так. Здесь горизонтальная раскладушка под фото. Альбом рассчитан на фотографии половинки 10×15. Эту страничку я украсила гипсовым окошечком, шифоновыми розами, кружевным цветком, бабочками. И сама по себе страничка очень красивая. Следующий разворот. Возможно, сейчас альбом кажется немного пустоватым, но когда появятся фотографии, ситуация, конечно же, изменится. Левая страничка выглядит так. Здесь вертикальная раскладушка. И в боковом кармане спрятаны еще две карточки для дополнительных фотографий. Правая страничка должна была быть посвящена путешествиям, поэтому здесь карта, чемодан, глобус. Закрывается страничка на магнит, здесь карман, а здесь вертикальная открывашка. Следующий разворот. С левой стороны также вертикальная открывашка, которая держится на магните. И еще на прозрачном анкере держится вот такой дополнительно открывающийся элемент. И здесь, как вы видите, еще можно разместить горизонтальные фотографии. С правой стороны две вертикальные фотографии, но это еще не все, потому что здесь страничка открывается в обе стороны, и здесь еще дополнительно можно разместить фото. Этот разворот мне очень нравится, здесь получилась красивая вот такая двойная бабочка, шифоновые цветы, нежнейшие салфеточки. На прозрачном анкере держится дополнительно открывающийся элемент. Здесь карман, в который можно разместить несколько фотографий. А с этой стороны, казалось бы, одна горизонтальная фотография, но на самом деле это не так, потому что здесь спрятана карточка. На этой страничке две горизонтальные открывашки, которые держатся на одном прозрачном анкере. Также я здесь использовала впервые очень красивые камушки с AliExpress, которые недавно показывала в своем обзоре, и деревянные бабочки оттуда же. С этой стороны будет только одна фотография, поэтому здесь много декора. И гипсовые фигурки, и кружево, и цветочки бумажные, шифоновые, ну и, конечно же, ажурные открывающиеся створки. Последний разворот. Здесь горизонтальная фотография, за которую прячется тег для записи. Нижняя часть откидывается, и здесь также расположены дополнительные места для фото. На обоих форзацах я сделала карманы на случай, если не все фотографии поместятся в альбом. Вот такой альбомчик у меня получился. Я традиционно была рада вам его показать. До скорых встреч. Пока-пока.